Escalade. 8 цилиндров. 6 литров. Этот автомобиль просто обязан звучать. Но если вы скажете, что не нужно на ней ничего трогать, то вот вам, пожалуйста, как звучит штатный выхлоп. Что же мы будем делать с этим пухлячком? Убираем дожигатель, резонатор, ставим спортивную банку, и вишенкой на торте будет насадка. Кстати, на этом автомобиле есть несколько вариантов вывода насадок. Их можно вывести сзади или же по бокам, тут уж кому что нравится. А во что превратился этот Escalade, смотрите в следующей публикации и оцените от 1 до 10, насколько поменялся звук. Mm-hmm.